И всем привет, зрители нашего канала, с вами я, Лукна, Мюзиклэд, поздоровайся. Всем привет. С вами Мюзиклэд, и это фирменная утешалка от меня. Ладно, сегодня мы играем в Hunger Games на сервере Hypixel. Надеюсь, вам понравится, у меня будет нарезочка, не знаю, как у Мюзиклэда, так что всем спасибо, приятного просмотра. Всем пока. Всем пока, да, пока. Ну, я сделаю нарезку, сейчас побежим туда. Так... У меня каменный меч. Реально? За мной, да. У меня кольчужный шлем. И вы видели то, что я изменил скин? Это где я, слушай? Я вон он. Чего? Ты где? Да вот он я. Обернись. У тебя новые скины. Я тебя вообще не вижу. Я чувака тут забиваю. У него 4 хп осталось. Так, вот это... 1 хп остался. Все, я его замучил. Иди на спаун. Слушай, меня убили. Совсем убили. Ты на спауне, да? Спасибо. Тут на меня еще некоторые нарываются. У него каменный меч, у него каменный топор. У тебя каменный меч, да? Да, это у меня каменный меч, погнали. Стой, жди, он за топор. Все, теперь дальше. У меня что-то подлагивает. Оп, сундучок. И тут пузырек опыта, ботиночки. Тебе ботинки нужны? Ты вверх побежал, да? Да. Слушай, тебе нужен шлемак? Шлемак, да, мне нужен. Красиво. Ух, ты видел, как он прыгнул? Нет. Видел, ну ладно. Скоро чароваться пойдем. Я хочу вниз прыгать. Погнали. Йоу. Ну, сыграем мы катки две, наверное, или одну. Да, наверное, две. Ладно, я внизу. На, что-то чувствуете. У тебя оружия нет. Погнали, тебя найдем. Давай. Сзади кто-то. На шифте хочет идти. Беги! Почему? Беги! Я залагал! У него килаура! 9 хп, Ванька, добей его! Я не смогу его добить. Не сможешь, ну окей, лучше сбегай. Ой, тебя окружают, у тебя с двух сторон подрезают. А, этот лол убежал, окей. Он за мной бежит. Да, беги, Ваня, беги. Он остановился. Он бежит все равно. Давай быстрее ускоряйся. Убегай, типа, чтобы он тебя не увидел. Он за тобой бежит. Убегай. Сейчас налево резко поворачивай. Да. Все, он от тебя отстал. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так. Сундук этот лутали. Забегал вот в этот оранжевенький дом, молодец, забежал. Тут сундучки должны быть. Ой, я видел там при прыжке сундук. Вот у меня есть оружие. Деревянный топор. Я угадал? Да. Вот сюда проходи, тут тоже сундучки должны быть. Где, я не вижу. По прямой. По прямой. И направо. Слышишь, как моя собака лает? Да. Так. У меня ботинки на удачу. О-о-о, ты удачливый сегодня, Ваня. Угу. Да, вы не знали, что его зовут Иван? Ой, он там. Кто? Тот чувак. Это раз двое гонялся? Он с алмазным шлемаком. Нет, он с железным шлемаком. Алмазным. Железным. Вон, смотри, вон с алмазным. Он Тима. Блин, я свои икс полил на Hypixel. Окей. На каком Hypixel? На каком Hypixel, я ничего не знаю. Хорошо, что мы вернулись на YouTube. Да. Открой эту дверь, там дальше сундук есть. У меня есть оружие.
Вот, видишь, сундук слева, слева, влево убегай. И вот он, сундучок. Че, каменного меча нету? Нету. Наверх тебе не советую бежать. Чё, каменный меч? Ага, у меня нас зачесался. Нет, не каменный. Алмаз. Только что хотел сказать. Так, я пока переодеваюсь там. Так, пошел я отсюда. Давай типа это пишется съемка тебя с этим. С вертолета. Голодные игры в Майнкрафте. Ваня против еще троих человек. Тоже победит. Вот почему я и говорю. Постоянно убирайте унт. Окей, дезматч уже. Какой дезматч? Посередине сундук ты можешь что-нибудь... Так, я вижу чувака. Это чувак, который тебя преследовал. Да? У тебя каменный меч? Да. У него каменный зачарованный меч. И у другого чувака слизняцкий. Давай. Сейчас... Затимся лучше с одним чуваком. Да затимся. Я... Адские слизни на тебя появились сейчас. А, так они и есть Тима. Они Тима? Да. Нет. Смотри. А чё, нет? Ух ты. Они Тима. Они Тима, Тима, Тима. Они Тима. Чё, они тебя слили? Да. Окей, ну... Чё, ладно, давай дождёмся коинцев. Я хочу посмотреть, кто выиграет. И у нас выигрывает Дикобраз. Чувака. Ну они что, долго еще будут? И кто? Он должен ему отомстить за этих слизней. Ты вышел? Мне кажется, мы просто тратим время. Лобби гоу. Тан-та-та-тан. Надеюсь, ты поставил на паузу, потому что мы ищем карту. И всем привет, зрители наших каналов. С вами Мизикот и Алакта, и мы же продолжаем. Пара-па-па-пам. Бам-бам. Ура. Ты нарезку делаешь, Ванька, или нет? Ну я нарезочку. Зрителя канала. Какашка. Нарезочка должна быть на минут 7-8. А я не подобрал хорошего. Там, сразу в башню беги. Чуть. Знаешь, какую башню бежать? Если шо. А, у меня есть это. А, меня сейчас завалят! Беги, спаси! Ой-ой-ой. Я принимаю весь удар на себя. Ага, очень ты принимаешь, смотрю. Сейчас посмотрим, кто кого еще завалит. Кажется, меня сейчас завалят. Не-не-не. Он убежал, да? Да-да-да. Назад в башню. Ту-ду-ду-дун, 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 дун дун. Сейчас он сломается. Моё единственное оружие. Не плачь. Ты заведёшь себе новый. Ты его расплодишь. Ой-ой-ой. Вообще. Так, мне сейчас звонил скайп, я поставил на паузу. Звонил скайп, он прям официально представился, что сказал, что звонил скайп. Такой я. Привет, я тебя звоню. А ты. А ладушек. Блин. Обшаривай там сундуки, я сейчас наверх. Каменный меч? Нет. Алмаз? На, я для тебя это сюрприз принял. Я наверху. На. Да ё-моё, этот скайп меня задрал. Почему Секси Бэнс? Ну почему? Почему? Это супер. Кстати, я не выбирал кит. И чё тебе выдался? Выдалось. Митмастер. А Митмастер у меня фулл сет. И тут в сундуке у меня ничего стоящего, и
Тут тоже ничего. О, 3 пузырька опыта. Че, спартанёво? Сможешь? Нифига ты спартан. Там еще какой-то чувак. Слушай, я так тупо умер. Давай я... У него чуть не килаура. Там кто-нибудь есть еще внизу? У него как будто килаура была. Да, есть. Прям на выходе. Мне надо отхилиться. Он сильный? Ну, как тебе сказать? Посильнее меня? Не знаю. Смотри. Ну, тут тима из троих человек. Мне, значит, вниз лучше не выходить. Думаю, что да. Я убил Пенни. Зачем ты убил Пенни? Так, все, они ушли. Можешь выходить. Точно они ушли? Угу. Далеко ушли? Да. Я еще не отхилился просто. До конца. Что там у нас 9 плееров? Я не знаю, куда бежать. Так, беги. Главное, беги. Сундук пропустил. Ну, там ничего нет, по-любому. О, нет, есть, прикинь. Есть. Стрелы и пузырек опыта. Оп. Опять стрелы. А лук есть? А лука у меня, к сожалению, нету. Вот в чем весь и прикол. На. Приключения Алекта среди земноморья. Ладно. Приключения Алекта. Думаю, еще сегодня Тинтиран запишем, так что сегодня ожидайте 2 серии, скорее всего. Может быть. Или даже не Тинтиран, а ХГ еще одну серию. Если Алекта не наест своего ленивого жопу конфетами. Нет, если я не нажру на ролики на доллар. Слушай, тут в горе один сундук, но я тебя потерял. Я вижу его. Ага. Я его нашел. И он какашка. Ни одного каменного меча. Нет, другой сундук там. Нифига тут так-то сундуков. Ты не представляешь, сколько тут сундуков просто. Я вижу так-то. Их очень много, еще наверху. Так, удочку надо для Раша взять. И как туда наверх попасть? А тебе зачем? Сундуки. А, тут один сундук. И опять стрелы и никакого лука. Тут, короче, сейчас смотри, спрыгивай. Куда? Немножко. Вот сюда, там О! Сундук. Вот этот? Ага. Он говно. И еще вон там. Еще дальше спрыгивай. Давай спартанем в море. Не советую. Я один раз уже спартанул. А, тогда ты помнишь? Оба с каменными мечами, все такое. С чуваком еще затимились, он с нами ходил. Звезда! О, да. Иди, прикинь. Короче, вот здесь вот сундук. У меня такой. А, там чувак. В золотой броне. Вроде бы. Затимиться захотел. А, дезмач, что сейчас? На дезмач тим. Где этот чувак? Вот он стоит. Надо гасить того. Смотри, так он еще и труп. Давай, сбивай его, сбивай. О, да ну. Он килаурщик. У меня залагало. Нет. Второе место. И один килл у меня есть. Кого я кильнул? А, вспомнил. Ладно. На этом наша серия кончается. Но мы с вами не прощаемся. Ты с вами был Music Lab и Алекта. Music Lab, попрощайся. Давай. Всем пока. С вами был Мизика Кака, Трибуха, Кака. Ладно, и с вами был Алекта. Всем удачи, всем пока.
Ка-ка-ка-ка.